Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Я Эдуард Ланчев и Елена Беляева. Сегодня Олег Крутонос отсутствует. Рад приветствовать вас на ежедневном утреннем 11-часовом брифинге «Ставки сделаны». Сегодняшний наш брифинг называется «От праздника до праздника». Вы знаете, что западные рынки были, западный мир католический отмечает Рождество. Вот Лена мне подсказывает, что у меня нет видео. Сейчас я видео включу. Вот. Западный мир отмечает Рождество. И сейчас на ваших экранах несколько картиночек. Откровенно говоря, вы сами понимаете, что сейчас праздничные дни. На рынке мало что происходит. Западные рынки не торговались. Начнут торговаться только сегодня. Поэтому, в принципе, с точки зрения S&P, евро и всего остального, особо никаких изменений нет. А то, что на российских рынках, тоже особенно без изменений. Но об этом мы немного позже поговорим. А мы хотели бы немного рассказать вам о том, что буквально сегодня утром мы приехали с нашего корпоративного Нового года. Вчера мы в Санкт-Петербурге, мы с Еленой вещаем из Москвы. Вчера мы всем офисам московским ездили в Санкт-Петербург и отмечали Новый год. Было очень весело, здорово, задорно. Все люди были очень красивые. Вечеринка проходила в стиле подпольной вечеринки 30-х годов. Чикагской вечеринки, были мусорики, затейники. Все очень были красивые, нарядные. Было очень-очень весело, очень здорово. Я уже не помню, когда так весело проходили корпоративные новые года. Я очень рад и, пользуясь случаем, передаю всем своим коллегам в Санкт-Петербурге и Москве огромное спасибо за этот праздник. Еще раз вас с наступающим Новым годом. И вас, дорогие друзья и уважаемые коллеги, также мы поздравляем с наступающим Новым годом и после Нового года Рождеством. Вот, Лен, как вам понравился праздник? Вас не слышно. Так, пытался включить микрофон. Так. Все. Я думаю, что уже слышно, да? Да, да, Лен, слышно. Прекрасное платье было. Я был изумлен вообще. Спасибо. Вам понравился Новый год? Да, Новый год был замечательный, чудесный, и многих людей я узнала как бы с другой стороны, что ли. Что они бывают, оказывается, не только такими работящими и деловыми, но еще, оказывается, и веселыми, и замечательными. Прекрасно. У нас обязательно на сайте, на нашей страничке в Фейсбуке появится отчет про этот Новый год. Делалось очень много фотографий, в том числе, значит, большинство из наших коллег было в специальных костюмах, там, вот 30-е годы, девушки поразили нас великолепием своих нарядов и стилем. Значит, напоминаю, вот наша страничка на Фейсбуке, так и называется, facebook.com/brokerkitfinance. Вот так вот она выглядит. Сейчас вы на наших экранах видите. Вот здесь уже у нас заметочка появилась, то, что мы только что с Ленинградского вокзала. Заходите. Будем обязательно там сделаем репортаж, появятся фотографии. Ну, а сейчас перейдем еще раз вас с наступающим Новым годом и перейдем к российскому рынку. Лена несколько слов про него скажет, хотя, повторяю, там особо без изменений. Сегодня, наверное, самый короткий брифинг у нас будет из всех, да, ставки сделаны. Олег, к сожалению, не смог сегодня сейчас присутствовать. Лена, вам слово. Спасибо. Сейчас. Так, спасибо, Эдуард. И, наверное, сразу мы пойдем на графики. У меня видео нету сейчас. Секунду. Сейчас сделаем. Секунду. Где я? Да, появилась. Так, секундочку. Значит, пока загружается мой стол, хочу сказать, что сегодня немножко негативно мы открылись из-за Азии. То есть
в Китае, в Азии вышли сегодня не очень хорошие новости, которые показывают замедление экономики Китая. И, соответственно, на этом фоне немножко открылись в минусе. И корректируем вчерашний рост. Вчерашний рост был не сильный, сегодня коррекция, я надеюсь, будет не сильная. То есть все новости появятся во второй половине дня, и, соответственно, реакция на эти новости будет зависеть от того, какие новости появятся. Но вот хочу сразу сказать, что завтра, послезавтра размещается большое количество итальянских облигаций на большую сумму, и, соответственно, многие участники рынка, мне кажется, перед этим событием предпочтут закрыть свои длинные позиции. То есть может быть фиксация прибыли. Вот. И потому как вот это вот размещение в последнее время, оно было не очень, было сложным, то есть не так легко проходило. И, соответственно, вполне логично ожидать, что и в этот раз будет не очень все гладко. Вот. Поэтому возможно вот эта вот ситуация. Но вот пока мы сейчас с вами смотрим на график индекса ММВБ, пока мы находимся внутри вот этого восходящего канала, пока все без изменений, то есть те длинные позиции, которые у нас были открыты ранее, они могут сохраняться. Единственное, что нужно четко для себя определить стопы. То есть при достижении уровня стопа имеет смысл выходить из позиции, следует закрываться. Вот такая здесь ситуация. То есть пока у нас нет каких-то изменений и, соответственно, никаких действий не имеет смысла предпринимать. То есть давайте пробежимся по бумагам буквально в двух словах. То есть по ВТБ мы без позиции, то есть ВТБ сейчас находится у сильного уровня поддержки в районе 6 копеек. И в этом своем состоянии он выглядит достаточно слабоватым. То есть здесь его, в общем-то, даже не следует на него пока обращать внимание и имеет смысл оставить его пока в покое. Значит, «Газпром» у нас в длинной позиции, и эта длинная позиция вполне может жить. То есть у нас находится «Газпром» в восходящем тренде, и в текущий момент времени стопы у нас находятся ниже уровня, где-то на уровне 164 рубля, то есть в данной ситуации мы остаемся в лонгах и, соответственно, следим за выходящей новой информацией, как будет, так будут развиваться события, если сегодня будет негативная статистика с Америки, если пойдет дальше какие-то другие негативные факторы, то, наверное, придется выйти из позиции. Но пока ждут сегодня позитивной статистики, и, соответственно, если таковое будет, то это может спровоцировать еще некоторый рост. Поэтому в длинных позициях имеет смысл оставаться. По Норникелю у нас без позиций. Норникель находится, давайте дневной график открою, Норникель находится в сильном нисходящем тренде. И, соответственно, до пробоя, до выхода из этого тренда в позиции лучше не заходить. То есть длинные позиции, понятное дело, они еще пока в этой ситуации не показаны. Здесь еще не видно торможения и завершения нисходящего движения. И короткие позиции тоже не имеют смысла открывать. Почему? Потому что приближается очень сильный уровень. Очень сильный уровень сопротивления 4500, очень сильный уровень, и, скорее всего, вот у этого уровня все и закончится, нисходящее движение. Но поэтому ждем все-таки завершения этой ситуации, и тогда уже будем говорить о позициях. Лукойл у нас здесь длинная позиция, и, соответственно, пока все без изменений. Вчера немножко подросли, сегодня немножко корректируемся, то есть все, в общем-то, пока еще ничего не изменилось. То же самое по Роснефти, сегодня эта вот свечка, ее не нужно в таком виде рассматривать, она там была просто ошибочная какая-то информация, то есть здесь стопы на уровне где-то около, чуть выше 195 рублей, и, соответственно, здесь можно оставаться в позиции абсолютно все пока позитивно. И то же самое по Сбербанку. Сбербанк здесь идет на...
я не на том графике нахожусь, на 60-минутном графике здесь идет вот такой узкий боковичок, и, соответственно, внутри этого боковика продолжается движение. Стоп находится ниже уровня, нижнего уровня выхода из этого боковика, пока цена находится в боковике, или если она уйдет выше, то мы остаемся в позициях. Вот, по сути дела, ситуация следующая. Те позиции, которые были открыты ранее, они сохраняются. Новые позиции не открываем, потому что ликвидность на рынке с каждым днем все снижается. И, соответственно, ждем новой информации и уже по этой информации ориентируемся. Вот, вот такая вот у меня к вам информация. Эдуард, есть что-то добавить? Ну, хотел сказать, думали о том, что брифинг получится самым коротким, на самом деле нет. В принципе, замечательно, что мы по всему спектру инструментов российских пробежались. По западным рынкам я не стал это делать. Вы помните, что мы находимся и по западным, и по российским лонгах. В принципе, по СНС продолжается тренд. Мы закрыли перед Рождеством на максимум. И, в принципе, продолжаем держать длинные позиции. На этом мы с вами, наверное, прощаемся на сегодня. Желаю вам всего доброго, успешных трейдов, успешных инвестиций. До завтра. Ну, завтра мы ставки сделаем, уже проводим вместе с Олегом Кротом. Вот. А мы сегодня с Еленой Беляевой прощаемся. До свидания, до новых встреч. До свидания, с наступающим новым годом. Не забывайте, смотрите нас и слушайте другие брифинги. 12 часов сейчас будет брифинг Дмитрия Шагардина. Присоединяйтесь обязательно. Всего доброго, до свидания. Mm-hmm.